Вы смотрите программу «Афиша кино». По итогам уикенда на первом месте в таблице кассовых сборов отечественного проката анимационный фильм «Моана». На второй позиции экшн-триллер «Союзники» с Брэдом Питтом и Марион Котийяр в главных ролях. На третью строчку опустился лидер двух предыдущих недель – «Фэнтези. Фантастические твари и где они обитают» с Эдди Редмейном в главной роли. В топ-10 вошел фильм «Катастрофа» Сарика Андреасяна «Землетрясение», который получил положительные отзывы зрителей. Переходим к новинкам проката. Одна из самых ожидаемых премьер «Под покровом ночи» – триллер знаменитого дизайнера и режиссера Тома Форда, основанный на бестселлере Остина Райта «Тони и Сьюзен». В главных ролях Джейк Джилленхол и Эми Адамс. У этого эмоционального и стильного проекта неплохие шансы взять «Оскар» в феврале 2017-го. Эдвард, привет! Сьюзен, привет! Как твои дела? Ты просто неотразима, как и всегда. Ты была моей первой любовью в Хейстингсе. Ты тоже моя первая любовь. Одумайся, Сьюзен. Эдвард слишком слаб для тебя. Ты будешь ненавидеть его за то, за что сейчас любишь. Мне очень хотелось быть той, за кого ты меня принимал. Любовь – чувство, с которым надо быть осторожным, иначе... рискуешь потерять навсегда. Бывший муж говорил, что я живу под покровом ночи. Я и не знала, что у тебя был муж. Ты любила его? Я совершила нечто ужасное. Я ушла от него довольно жестко. И что же нам делать? Вопрос в том, насколько сильно ты жаждешь правосудия. Это безумие. Вы совершаете большую ошибку. Я всю жизнь буду жалеть об этом. Пусть в аду поломают головы, думая, как мы это обставим. Никому не позволено безнаказанно совершать подобное. Даже ей. Под покровом ночи. И снова жанр триллер. Режиссерский дебют Шинтара Шимасавы, сценариста и продюсера сериалов «Двойник», «Последователи» и «Интеллект». И первая совместная работа Энтони Хопкинса и Аля Пачино. В прокат выходит картина «Хуже, чем ложь». Смотрим трейлер. Я сделал себе имя на том, что ловил проворовавшихся банкиров и директоров по эту сторону линии Мейсона. Доброе имя, мистер Кейхилл. Хитрая штука. Глупая и весьма обманчивая выдумка. Хиллс говорит, у вас что-то есть. В Pearson Pharmaceuticals. Нужно дискредитировать Деннинга любой ценой. По официальным данным, его состояние оценивается в 8,5 миллиардов. Не обвинишь же ты его в манипуляциях с делами о наркоторговле. Мне нужны адвокаты со снайперским выстрелом. Такие, чьи имена заставляют судьи снимать шляпу. Новые факты прольют на это свет, и все изменит. Мне известно, у вас есть данные, которые были незаконно украдены с моего компьютера. Если Деннинг узнает, что ты слила данные, тебе конец. Это только начало. Прошло двое суток. Шансы на то, чтобы найти ее живой, минимальны. Это Джеймс, советник по решению ситуации с заложниками. Сейчас ваша подружка одинокая и напуганная, и молится, чтобы кто-нибудь пришел ей на помощь. Скажи, с ней что-нибудь сделали? Да. Чего тебе? Оставь это дело. Я не могу это оставить. Можешь. А если нет? Не видать тебе больше свою жену счастливой. Женщина, которая подкинула тебе доказательства, где она сейчас? Ты разбудил зверя. Он не уймется. Мы должны напасть первыми, обломать ему когти. Ты влез в это дело, потому что хочешь блеснуть в суде. Ты знал, на что шел, но все равно не остановился. Любой адвокат тебе скажет, что не важно, как это выглядит. Теперь, когда ты загнал себя в кроличью нору, остается один вопрос. Как далеко ты намерен зайти? Эмили хотела раскрыть тебя, а ты все узнал, и твои чувства оказались задеты. Поэтому ты убил ее и хотел подставить меня. Я не собираюсь стоять в стороне и смотреть, как наше дело разваливается. Это могло быть частью их плана. Брось деньги. Ah!
сказал один мудрец, лучше зайти далеко, чем идти вовсе. В кино выходят новогодние комедии, и это история о рождественском корпоративе, который затевался с благими целями, но быстро вышел из-под контроля и превратился в полное безобразие. В главных ролях Джейсон Бейтман, Оливия Манн, Ти Джей Миллер и Дженнифер Энистон. Сегодня кого-то уволят. О нет, это моя сестра. У вас сегодня корпоратив? Это не корпоратив, а межконфессиональный праздничный вечер. Оно отменяется. Я все вижу. Понял, ничего не будет. Все будет. Филиал убыточный, я его распускаю. Кэрол, дай нам время, мы выправимся. Если каким-то чудом вы заключите 40-миллионный контракт с Олтером Дэвисом, сокращений не будет. Идет. Ребята, мы устроим ему настоящий отрыв на нашем корпоративе. И никого не уволят. Это ужасная идея. Уолтер, вы отдыхаете? Случается. Тут написано: с Новым годом! Скоро мой день рождения. А, серьезный подход к роли. Все готово. С Новым годом! Готовы веселиться? Да! Я вице-президент Зинотека. Поехали уже. Я отвозила ваших с корпоратива. Ваши действия будут иметь последствия, которые будут преследовать вас до конца вашей профессиональной жизни. Тормози сейчас же, или я вышибу тебе мозги. Я люблю Америку! Толка! Оторвемся? Толка! Я снова живу! Ведь могло получиться. И еще одна новинка в жанре криминальный триллер. Сюжет незамысловат, конфликт возникает между соседями, но вот понять, кто здесь положительный герой, а кто нет, достаточно сложно. Это все временно. Я больше не могу ждать. Еще пара дел, и все. Уедем туда, где нас никто не найдет. Зачем ты все время за ним следишь? Он что, охотник? Не знаю. Какой-то он странный. Привет, сосед. Вот, принес холодненького. А? Заходи. Рада знакомству. Добрый вечер. Я Рози. Таких красоток редко встретишь в наших краях. Рози! Ты случайно не видел Рози? Она не проходила где-то час назад? Видел. Умчалась куда-то в спешке. Иногда самый страшный секрет таится за соседней дверью. Прошу, хватит. А ты знаешь... Делай, как я сказал. Кто? Говорили мне люди, чтобы я убиралась отсюда. Твой сосед. Дом напротив. Это была программа «Афиша кино». Смотрите только качественные фильмы.